обычно на боссе. Что тебе дача на келе? Едем. Че, будем или че? Рыба стоит. Не, Вага. Чтоб тебе твой поезд так же, как и мой Вага. Ага. Ну тогда и мой. Че, все готовы, нет? Да. Все готовы. Не могу почему-то отчет на пул дать. Без отчета пуляю. Все. Пуляй. Каски, блять, раздайте. Это у меня к маме. Вы не настроите каску ему. Когда Гера, да? А когда Гера? 4 минуты, скажи. Ну можешь ждать сейчас и потом через... Нет, сейчас КД. Ну чё тут не все. Блять, ну зачем? Будет 2 Геры. Сама... А, да, да. Какие же эти метки не ставятся? В тени вылечу. Перебегите, там где один стоит. Один этот луч. Один у нас жрет. Сливать все. Каким образом Стейтен в игру зашел? Может у них там в части компьютер. Метку вынести. Может кому-то ак дал. Леша, живи. Бабл, бабл. Ковце побежали. Добили, да, жреца? Да, да. У нас появился. Да, у нас ДБМ выключен. Заставили нас, да, ДБМ выключить? Сейчас за этого косячим. Зачем ДБМ его выключать? Ну когда на этого, на Лара ходили. Зачем? Ну, чтобы процентовку не подняли. Так там же Моз раскидывал, как можно без отключения ответку отключить. Ковцы побежали. У нас появился.
Контроль, жрецы. Да там... Жрану дайте. Тан. Сюда тяните его. Да тут здесь стоит. Все с ОЕшками сольете. Слишком рядом. Слишком близко. Одного тяните сюда. Контроль по жрецу, кисаями подлетел. Там грудовак бегает. Что-то он Толика стукнулся. Может, кого-то резнули грудовака? Это грудовак тут Т4. Сколько процентов у босса? 33. Бейте босса тогда. Переводите быстрее. Могу Геру дать. Ну, ладно. Переместитесь к этому, к жрецу. Одного сольем. Одного ставим. Блин, а если в ХМ-ке так же будет разжигать? Ну кто-нибудь проебит. Типа, трапы. Будет такой же трэш и по 6 лямов ХП у каждого, да? Жреца притяните и сливайте. Притяните жреца, слейте. Метка. Переводить. Коника слакер. Чё не встаешь? Извиняюсь, не заметил. Вторая, кстати, в ДВ-рейде тоже выпала, ты это же трика. Вага, чё по поясу? Теперь будет не падать три пояса, свали три, с отсюда и с профа. Ну, исключительно, наверное, дружный, конечно. Но он мне как бы тоже не критичен. Мне и замена. Тринка, мейнспек. Тишей себе, ну тишей. Я даже если выбью его не надену. А мы еще куда-то идем? Зайск? ЛКХМ, по-моему. Кольчужные запы. Блин, осторожно, у нас Аршамов АК. И кольчужные кожаные запы. А, это была БОЕшка. Кожаный зап, рольте. Я это... Ну, спек, давай, я паролю на да, третий спек. Можешь, соберу НХ тогда. И неплохие, кстати. Платные ботинки танковские. Да, неплохие, я вижу. Они, конечно, хуже, чем кольчуга, но все же. На успек. Угу, Войд, заберешь так. Миша, что за звуковые эффекты? Я как будто боевик смотрю.
Монород, ты на мейн? От какого-то аддона, но я не мог определить от какого. Серьезно, я сижу, тут какой-то дым, тут какой-то бабар. На уф меня там. У меня просто какой-то аддон ставил, а у меня в итоге тогда дудун стало, я не знаю от какого. Это знаешь, я когда баловался с аддончиками тоже на НХ, там был какой-то аддон, который отслеживает, а когда у тебя щит кончается, и когда у тебя эти оружие водоворота до 5 накапливается, там тоже какие-то звуковые эффекты просто тупо. Если у него есть на мейнспеке или арпал, тогда может. Какие у тебя на мейне монород? Ну. Поэтому не отдам. 71-е. Ты их на кота носишь? Хитрожопенькие какие. На коте какие у тебя жопы? На коте какие? Если такие же на коте или там, не знаю, сырецкие, то окей. Отдадим. Если 271-й на коте, то нет. Это знаешь, вот то же самое, что у меня 271 сейчас плащ, а я хочу 277 на транс забрать. Но, естественно, мне никто его не даст на транс. Ну вот выбьешь с резки 284, тогда ну, получишь да. Нау спектр медведя эти. Девка, тебе что, жалко что ли? Жалко. Пес-пилюты, конечно. Он просто себе на медведя хочет забрать. У меня есть такие. Спеки хуже, да, почему? Так. Единственный котик у нас в рейде остался, и то вы его обижаете. Дальше. Миш, поставь это звуковое сообщение каждый раз, когда у тебя будет путь огня набираться. Просто, знаешь, как будто бомбардировка бесконечная. Лена Воронка. Да, сейчас напишу я в ВК Лена Воронка. Чтоб прибежала за воронкой. Да. Кстати, блин, тебе надо 3 воронки на тотем собирать. Вот, кстати, она в мобе. Будет место на келе. Вот одинокий моб лежит, тут воронка. Ага. Так, теперь. Блин, я раньше думал, что это когда путь огня прокает, но нифига. Теперь такой вопрос. Кому нужно вот это кольцо? Что это вообще? РПБ меткость. Мазер ролик. Че, пылесос? А вы кили убили? Мазер хочет все. Нет, там, Леха, можно зайти на маги за посохом? Начинается. Тебе 10 кг на всех персов еще повесить в одном инсте. Левка, я его, возможно, заберу. Все равно уже убили все. А, заберешь? Да, заберу. Адмирал, а тебе плащ с духом уже не нужен? Нет, я его он уже забрал. А я сегодня, Миш, что-то я думал, что в итоге. Решил, что багруху я, наверное, не дождусь, забрал шею с келли на будущее. Ну, блин, я ее тогда забрал. Ну, знаешь, типа, либо брать шею с меткостью, либо брать плащ с меткостью. Я буду брать, да, принципе, Лара ХМ. Какие? С меткостью. А, ну ладно. Да я думал, на крит дух я уж это... Я свои легкие дамские вот эти вот поменяю на... Ну, логично, да. Типа, почти считай то же самое, только статуа больше. Кстати, интересно, а вот эту вот квестовую шею можно два раза сдавать? Там, блядь, один раз. Mm.
Что-то прям интересно стало. На некоторые классы теоретически-то можно подвизать? Ну, две хорошие шеи там быть. Кстати, да, на Келя можно зайти? Сколько желающих. Кстати, кого мне за друида поблагодарить? То, что замены теперь есть. Это был я. Если, короче, ну, никому грудак не нужен, и если Лёша не против, то буду благодарен. Гена, несмотря на то, что я нашел ардруид, ты все равно сейчас в ардруид. Адмирал, найди парочку аршамов, а то старые что-то не работают. Старые? От старого? Да. Ну, старому можешь не находить шаманов, у него там хватает. Ладно, если что, кричите, я пока дальше на YouTube пошел. А зачем кричать? Накричите на адмирала. Если от боли кричать? В том смысле, что зовете. Просто вы в наушниках, а смотрю я пока через колонки. Да, вы через наушники, а смотрю я, говорит, через колонки. Миша, ты не можешь прочитать это заклинание? Чё? Что за комментарий? Я не могу прочитать это заклинание. Где-то такое увидел. Не знаю, у тебя начало говорить. Я же тебя стрим смотрю. Нет, отключено аддоном. Не можешь там говорить. Ну так что было? А вот это вот что за тун-тун-тун? Теперь хотя бы можно нормально смотреть. Чё спамил Долорес? Нельзя применить это сейчас заклинание, выполняется другое заклинание. Заебали вы с этим поясом, ну че слово, уже, знаете... Ну ты там написал, я поставил аддон, теперь не так смешно. Гена, это не настоящая классика. Это как почти тебе мозги на почту пришли. Согласен. Нет, это как тебе мозги по почте прислали. Мозги по почте? Не завидуй, не сами админы на почту мозги прислали. Сам Дозерон, наверное, такой, а надо Гефке мозги отправить. Нет, Дезерон он этим не занимается. Это скорее тот, который нам не мог Джайна починить. Вот он свои. Да нет, у того-то мозги-то есть как раз. А, точнее, у него мозгов нету. Правильно он тебе свои отдал. Хотя, возможно, он мне свои отправил. И потом ебался. Че, будем кого-то суманить или пулим? Не-не-не, давайте прикурим дальше. Да может после. Что там за два ФК-шара стоят? Мозер. А я не могу, кстати, мне пишут, у меня недостаточно прав. Запустите кто-то, у кого ассисты есть. Тебе недостаточно прав. Ну, бесправная сова. Я типа разрали лучше мод, да? Но... Бесправная сова. Да прям запустить не могу. Да просто 5 минут и все. По часам посмотрите. Не забывайте, у нас целка еще сегодня. АЗСК. Да, вместе с Джайни. На 4 года. АЗСК. А, то есть вы хотите АЗСК, а потом еще 4 босса в ЦЛК? Нет, 4 босса в ЦЛК, стрела, а завтра до пронос. И ЗС. А я уже хотел посмотреть на все это. Гопси инсты за один день.
У нас что, перекур или что? Да. Миш, ты путаешь, я не сова. Пернатая чудовища. Лёш. Я здесь. А, слушай, а если грудак никому нету, можно запрыгнуть? Ты сначала поинтересуйся, а потом меня... Не, я понял, я просто спросил в этом в рейде. Ладно. Так, тебе никто не... Ребят, токен кому-то нужен? Там ДК, друид, по-моему, и вар. Да, мне его покупать. Я вопрос задаю. А кому нужен грудак? Мак, лок, хан. Девка, мы уже разобрали. Него покупатель. Чем вы, ребят, спрашиваете? А кто выиграл? Коник. Коника выиграл? Тогда трейд. Максов не видите в рейде или что? Просто каждому дали в плен. Все отсутствуют. Перерыв же объявили. Вы спрашиваете. Погоди, но я найти его не могу. Без вот. Любого контента, кроме Орески, ХМ и Ока, блядь, нихуя вообще не надо. Я тут, мне вообще похер на этот лут. Спасибо. Сколько там много друидов? Точно монорота ГПшку рисует. Меняй миликом, Хена. Чё это? Подожди, сейчас, секунду. Кто? Отдачу за честом, правильно? Кто АФКшить хочет? Меня в магазин надо, пока не закрыли. Ну иди, ладно. Ты в сову Акерскина. О, понимаю. Начинается. Так. Кто еще хочет АФКшить? Кирсгор. Давай меня, может, на сову накинуть. Да ты у тебя по рейду АФКшит. Не, пускай Энх потеряет. Не, ладно, пускай, иди. Сейчас был вымирающий вид заставлять потеть. Чё там, а Тимыч тебе нужен, нет? Кель. А там гречки нужен, так что... Хорошо, ход тебе. Или френдик. Или вы уже всё разрулили? Ну, мне только если шею. Если никому она не надо, то в принципе могу. Майнспек нужен. Шея на майнспек нужна кому-то? Вместо монорота. Дзянок, успокойся. Мне токен на офспек нужен. Поставьте портал. Смонти, Дачи, Френзик, Сгорна. Еще не туда поставил портал. Рыбу ставлю.
кисаями на рубля заходить. Норм лет, заходи. Там, Лёш, оказывается, у вас в статике надо, поэтому все равно спасибо. Я если что тут, если вдруг нужен. А кому нужен? Там гречки. Уже пару боссов убьем, чтобы меньше. Там гречки нужен. Вага плюс-минус. Так же, как и Жужу. Тимыч, у тебя это какой кусок вообще? Ну, у меня два куска есть, это будет третий. У меня просто только сока осталось. Я говорю, сегодня, так как рейды разные, ну, у ДВшников же вечер, а у меня... Сейчас только вечер, я поэтому не смог сегодня. Нурглет, ты здесь? Карина, где Нурглет? Ну что смотришь? Ты чай. Тимыч, у тебя сколько сейчас времени? 20-29. 20-29. МСК у меня. Время московское. Ну да. А почему ты в Деврейбе ходишь? У тебя из-за работы ты? Ну, как бы... Так у нас у вас, места ему и нету. У вас места нет, а там ребятам помогаю. Ну, бывает. Я практически там во всех рейдах. Вот только, говорю, сегодня не получил. Ладно, все, у нас... А ты что, все время в ночь работаешь? Нет, просто есть возможность. Крутой. Если подожди, рублета нету. Я вижу, что его нет. А, ты так смело убежал просто. Я просто занял позицию. Все, ждем танк. Не, просто как ты огрел, знаешь, этих фениксов перед Аларом. Сейчас так уверенно побежал вперед. Это не трэш, это босс. Вага, хорош тут. Тут сори. Все, запускайте. Крик на ХП дайте. Очень жаль, но вы не сможете ничего изменить. Теперь меня никто не остановит. Селама Ашаля Нора. Впечатляет. Посмотрим, хватит ли у вас смелости выступить против Светокрада Таладрада. Готовьтесь! Амир, сюда, веди сюда, сюда. У тебя опять микрофон включен.
The Derange. Дайте эсэсы на всякий случай по тем, кому вы не доверяете. На мне есть. Ну, на получение. Теперь вы можете потягаться с моим главным инженером Телонимусом. Отойдите от Фарада. Он один на один сам хочет видеть. 100 гп Фарада. Нет, Фарада 1000. Ставлю на моба, что он Фарада убьет. 500 голды ставлю, да? На пульте на Фарада? Пусть он гп пултает. А он не на пульте. А, ну да. Ну, можно другого напулить. Гречка, беги, не стой. Катить он. На рулет кажешь. Мне фир кинул Сингвинор. Слишком близко. Даже говори тебе, кто тебе не дал. Фир кинул Сингвинор. Сейчас телку добьем. Со Сингвинором я подниму. Подниму френдик. Френдик конник. Зашибись.
тебя бабы рот. Немножко боссу тролль не кинул. Феникс. Словить, как Феникс появится. Ну где Феникс? Вот он. А, вот. Спячку, друиды. Глыба. Феникса. Яйцо. Быстрее, яйцо. Ложа. Контроль. Пожалуйста, не убейте меня в мили. Ложа под босса. Феникса. Милики, отойдите. Яйцо. Семь процентов. Лужа. Пять. Долоруса в мелизоне, законтрольте, не убейте. Феникс, ты хотя бы не подходишь к боссу. Феникс, играем. Уже фаза. Феникса добивайте. Милики, отойдите. Феникса тут. Все, в босса играем.
пытаются. Как от ребенка. 5 секунд. Лужа около босса. Пять секунд. Уже за босс. Не фартануло, отдачи. Так, давайте. Плащик. Майнспек. Что? Зэсфинг. С ЦЛК пойдем. Офспек плащик. Кольцо майнспек. ЦЛК гер или бочкосик? Да там попрёр. Коника все вижу. Миша, куда ты улетел? Дальше. Штаны. Мейнспек. Оспек. Поднимите кота. Френдик, только не могу дать на успех. Только за КП. Шея, мейнспек. Или Дарья. Так, я за шею ГП не дал, да? Да. Дальше получается чест. Воин, жрец, смерть, друид. Майнспек.
Гречка, девки, обмен. Дальше. Паладин, разбойник, шаман. Мейн спек. Оф спек. Хисаем, поставь портал в Доваран. Лага заберешь. Знает, дальше получается воронки. Кому на мейн спек? Сначала рольте, кому на мейн спек. У кого есть Т5? Кирсгорн лезет. Ну тотем. Да еще нет, тотем уже. Это тотем еще нельзя. Так, отдачи, воет. Так а в смысле нельзя? Дачи. Его переделать. Воет, сколько тебе надо? Следующего КД. Ну, три. Тебе нужно три воронки, правильно? Да, у меня плечи сейчас лежат. Понял, сейчас. Значит, ты не можешь отсюда воронки вообще ролить. С этого. Раз. Два. Три. Если отдача не может, тогда опять кидаю на ролл. Следующие опять три, опять три воронки на оф-спек. На оф спек? На оф спек, да. Ну, кому там. На тотем, я так понимаю, на этой неделе тоже пока не делал. Ну вот рольте на оф спек. Кому на тотем, кому на соки, кому еще. Тотем не считается, тотем со следующего. Тотем со следующего, когда. Ну я имею в виду на оф спек люди ролят, типа. Ну, или оф, на оф спек, и опять же у кого это. Я лишь ролю. Все равно 100 ГП начисляется. Нет, это так, понятно. Так, а у Гречки же есть Т5, зачем на успех? Он не ролил. Ну, купит, значит, за голду. За чёлким да. Полина, ты сколько будешь забирать? Он же кислый паролил первый. У кислого 98, у меня 94, он на первом месте. Ну так мы на оф-спек ролим, типа ну, по приору. Ну, он тоже, наверное. Кстати, ролл, но все равно 100 ГП начисляется. По приору, а не по роллу. Лёха, чё, мне сейчас можно плечи активировать? Оф-спек, а, да, там приор. Ну, оф-спек, но по приору. Чё да. За мозги ебать? Амир, будешь забирать? Ты там первый просто в приоре. Ну, мне на тотем, я говорю. Ну, если, типа, вот, кому-то на оф-спек, то забираю. Тотем, блядь, за следующего КД. Блядь, ну типа, я имею в виду, ролят на, люди на оф-спек, а там уже насрать кому, я не знаю, нет, на Т5. Ты чё? Понимаешь, оф-спек, все равно Т5, все равно через меня и воронки. Хорошо, у кого есть Т5 тогда? Кислый, дальше, у кого есть Т5? У Полина, да, есть Полина Т5? Да. Все три забираешь? Давай следующим, давай, бай. Блять, ну вот вы ролите, а потом давай просто, следующим. У меня нету грудака с головой. Хорошо, кислый, сколько тебе надо? Нёшь одна шмотка, три штуки. Хорошо. Кидаю гильбанк. Я просто портнулся. Ну народ, у тебя тоже есть кусок? Или нету? Нет. Дальше куда-то идем, нет? Или все? Ссылка с первого квартала. Угу. Кислый все. Лёха, все три, получается, тебе будет. Чуваки, кидаю гильбан. Хорошо. Последний. Записывай. Записывай, получается, Лёха, три войду и три кислому. Лагаешь. Не могу поставить. Ну или давай мне где-то. Войд, поставь ГБ. Сейчас. Если войд апнет прямо сейчас, я могу ему отдать. Чего урон? Что-то забагалось. Ладно, посмотри, если бы сейчас апать, то отдавай. Будешь сейчас апать, нет? Да, я сейчас открою, но... Чуть. Все, я ему тогда сразу три штуки отдаю. Ну да, теперь если сейчас будет апать, отдавай. Угу. Так, и получается три штуки. Там запишешь слово.
Кому еще что писать? Ну, я и в гельбанке запиши это, что ли? Да, кислого. Я все равно одна смотрю, сейчас смысла нет открывать. Пианист, поставь героический режим. Вот сейчас мы выйдем с инста, и потом я когда зайду на локус скину, еще потом запишешь. И кому еще? Ну, три войт, я ему сразу на руки отдал. Я открыл уже. Он уже открыл, да. Ну что тут? Сейчас портуемся и ставлю. Ты уже записал, да?